Кстати, судя по виду, там пилота нет. Стекол же нет, да? Кто-то говорил, что это типа дрона получается. Какая у вас штучка интересная? Не без этого. Это модель действующая? Это действующий беспилотник грузоподъемностью 7 килограмм. 7 килограмм. Это не масштабная модель как чего-то другого, это просто сама по себе самодостаточная вещь. Ага. Которая для выполнения... Ну, то есть какие-то посылки можно доставлять, да? Можно посылки, но посылки будут дорогие. На самом деле, самое главное целевое использование этого аппарата – это инспекция тех же, например, линий электропередач, тех же, например, путей. Для него вешается сканер 3D, а вертолет пролетел над путями. Мы можем километров 200 один прогон сделать. И мы имеем 3D-модель этих путей. И видим, где опора наклонилась, где трос. Скажем так, множество применений. Тот же лесопатруль. Кстати, да, для всяких контроля пожаров, например, да? А вот могли бы пояснить, я так понял, что это как бы выглядит как вертолет, но там же... На самом деле это вертолет, да. Но на нем почему-то на табличке не написали, что это беспилотный вертолет. Да, да, да. То есть на данном этапе у нас ведется разработка тяжелого беспилотника. Ага. Он уже как бы делается, но для отработки алгоритмов каких-то гораздо проще взять было такой же еще вертолет так. И переоборудовать его беспилотник. То есть это дешевле что-то, если вдруг нештатная ситуация. На этапе испытания это нормальная вещь. Дешевле гораздо, например, что разобьется вот этот вертолет, чем тот, который делаем новый. Ну да, естественно. Но на самом деле от того, в новом вертолете от этого тоже берется, как бы, сердце берется от этого. Вот эта вот колонка винтов, вот это вот это сердце. Все, что остальное, то, что вот это голубое основное тело видите, это наносное. Ну, понятно. Самое сердце, то, что вот между двумя винтами, вот эта колонка, вот вы ее видите, она будет использоваться. Только там будут лопасти современных материалов с современными профилями, современные двигатели, которые раз в 5 меньше, чем эти. И не будет всего этого кабины, то есть когда он будет готовый как бы аппарат, это будет то есть маленькая платформочка, к которому приделан сверху вот этот винт. Ни хвоста вот этого, ни кабины, ничего не будет. Но, тем не менее, этот аппарат уже тоже способен летать. Но при этом это все-таки его основное назначение – это отработка от алгоритма. Я так понимаю, что раз на здесь, как это назвать, на дроне, да? Да. На дроне логотип Skyway, то есть это получается еще одно направление работы Skyway, да? А мы дочка у нас. Дочерняя компания, да? Robotics, ага, понятно. Дочка Skyway.